Идем. Капец! Первый раз нас поймали. Где он? Где он? Да где он, капец? Где он наш? Да где он? Press вот он, смотри. Смотри, не на носик, а на это. Пуговица. Ура, успел! Вот тут затащили. Закусили. И всем привет! И сегодня будем играть, продолжать Sister Location. Да! И вы на канале Pussy Channel. И сегодня мы будем проходить третью ночь. Как вы помните, мы в прошлом ночью прошли вторую ночь, как вы поняли, да. Это сразу понятно. Да, зачем я говорю. Мы там с Балурой, с Бэйби были. Балуры. Еще Фантом. Фреддиком были. А потом телек. И опять бред смотрели. Какой-то тако. И давайте начнем. Играть опять. Continue. True Night. Free Night. Какой True Night? Опять кто-то говорит. Знаю, с чем это связано. Он вернулся. Кнопки! Как без кнопок мы жить? Конечно, будем нажимать! Бойор написано тут, а что там? И Бидибаб там. Бидибаб. Баб? Кебаб? Кебаб! Шучу. Но только один раз нажал, и все. И уже он написал имя. Чё за ошибка такая? Быстро. Кацун Бангос. Отлично, у меня третье имя. Новое третье имя. Нет, у меня четыре имя. Да, четыре. О боже мой. Такой барабанный звук тут и музыка. Ночь третий. Оу, да. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Пум-пум-пум. Вот. Сегодня он веселый, видите? Вторую ночь он каким-то был грустным, а потом, ну, полуулыбался. Ебасики! Я издеваюсь над носиком. Вообще, зачем вы наблюдаете за нами? Мне это нравится. Нажимать. Балору разобрали. Правильно, Миририны? Разобрали Балору. Так и делайте, да. А в этой факте вообще нету. А можно? Нет, сегодня не надо так. Мы сегодня пойдем к Funtime Foxy Gallery. Сразу две вентиляции открылись. Именно две. Движение обнаружено, говорят. Ой. А мы тут не
Мы не тут зашли. Капец, взрыв мозга, мы не туда пошли. Ой, какой взрыв мозга. Вообще. Что за бред я говорю? Хороший ответ. Опять обнаружено это движение. Будем медленно ходить. Так, надо вот так светить, чтобы... Стоим! Еще раз стоим! However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. Нет, я к ней не буду идти. Уйди, Funtime Foxy! Молодой человек, можете уйти? Молодой человек, что за бред я несу? Мне конец. Нюп, не смейте. Не смейте. Идем. Капец! Первый раз нас поймали. Так, вы помните, меня поймали. Ой, мы не туда пошли. Опять! О боже мой, ну сколько можно это делать? Что я вообще говорю? Просто вау. Неудивительно, что такое был. Обнаруженное движение, опасность. Так, идем туда. Unlike Ballora, Funtime Foxy is motion activated. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. Мне не нужен твой скримак. Я уже твой видел скримак. Я не думал, что мы в этом серии. Нас напугают. О, мама мия. Подожди, не идем. Сейчас. Ой. Уйди. Ну вот так просто. Ура! Боже мой. О, тебе надо будет нажимать что-то. Будем разбирать Фантом Фредди! Ей! Вот кнопки видно. Кнопки такие есть, маленькие. Бон у нас машет. Помню, какие они были в втором серии бешеными. Ну что там просто? Locate the small button on Freddy's face, just under his right cheek, and press it. Та-та-та-та-та. На что нажать? Нажал. Great. Now locate Great. The button on Freddy's right cheek and press it. Так, куда нажать? Куда нажать? А я такой не понял. А куда нажать? А реально, а серьезно? Куда нажать? Теперь надо искать кнопку. Блять, какую кнопку? Кнопку.
Ну, а там где-то внизу? Нет. Ты нажимаю. И все. Нажалось, наконец-то. О, ай. Он сказал, где глаз. Нос, он сказал. Не... Наверное, кто-то напугался вот этого. Гармония. Так, теперь где? Там, где теперь? Думаем. Он что-то сказал про эндоскелетон. Грейвуд. Тут бон-бон сейчас будет. Бежни, бегай, пакари. Калидор, ты чё? Я с ума сошёл. Так, теперь надо поймать бон-бона. Его надо не на носик нажать, как все думают, а на пуговицу. Пуг, нету. Где он? А где он? Press вот он, смотри. Beneath Bonnie's bow tie to release the power module. Смотри, не на носик, а на это. Пуговица. Ура, успел! Тут затащили. Закусили. Ну как тебе? Бан-бан. О, батюшка. Ура! А сейчас нету фэн-тайм факт. Я понимаю. Почему? А, это под сюжет, под сюжету. Да, это по сюжету. Что-то мы не говорят. Какашки. Короче, уже будем заканчивать видео. Мы прошли третью ночь, короче. Это, кажется, Фантом Факси напугала меня. Поймала по сюжету. И будем в следующей серии четвертой продолжать четвертую ночь. Ну, не продолжать, попробуем играть. Потом посмотрим, что там у нас будет. В этом серии мы там запутались два раза. Два раза. Ну, со всеми бывает. И так далее. Ну что, уже будем прощаться. Всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал, потому что я стараюсь, и каждый день выходят ролики. И стримы тоже. Часто выходят. И Dark Dragon тоже подписывайтесь на канал. Ставьте много-много лайков. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать другие видео. И пишите комментарии, мне будет интересно почитать. И всем пока-пока. Пока-пока. До встречи в следующей серии.